Ну, сейчас-то нету аномалии. А, вот она. Хера себе вазу жмыхнула. Кстати, ей так больше идет. Так хотя бы корень не торчит. Мои хорошие, всем приветики. Рада снова видеть вас на моем канале Телькоплей. Я Наташа. Мы сегодня с вами играем во Floor 9. Вышла полная версия этой игры. Я напоминаю, что мы с вами играли в демо-версию игры. И вроде бы нам как с вами понравилось. Посмотрим, насколько отличается полная версия от неполной версии. Напомню то, что в демке мы могли спуститься только лишь до, по-моему, 6 этажа. И как бы дальше игра переставала нас куда-либо пускать. Так что сегодня мы идем с вами исследовать все дальше. С вас лайк, подписывайтесь на каналчик, не забывайте забегать в описании, чтобы переходить в мой телеграм-канал. Так, напоминаю, что если мы обнаружили аномалию, нажимаем кнопочку глазика. Если мы ничего не заметили, то закрытого глазика. Бабка. Здесь, в принципе, мне кажется, все нормально. Пока что я ничего такого не вижу. Вроде бы все как-то адекватно, нормально, спокойно, хорошо. Ничего не подвещает и не привещает беды. То есть все как было, все нормально. Но я, по крайней мере, не вижу никаких здесь аномалий. 9 этаж. Здесь все как бы есть. 15-13. Эта штучка была. Здесь никого нету. Здесь все славно, все прекрасно. Глазочков, вкусовых сосочков ничего нету. Думаю, что все здесь хорошо. Аномалий нет. Если вдруг аномалия есть, ну, это будет определенный кринж. Но я думаю, что все-таки на этом этаже аномалий не было. Сейчас такая обосралась, что ты лысый, плаки-плаки. О-хо-хо! А что ж была за аномалия, ребят? А что была за аномалия, не поняла. Ну, все, все, все как надо. Что за аномалия-то была? Не понимаю я. Fire Horse. Здесь в отражении все хорошо. А это нормально, что окно потемнело? Да, думаю, да. Так, пыль летала. Картина такая же. А я не понимаю, а что не так? Типа же все хорошо. Пол какой был, такой и остался. Бабка на картине как была, так и осталась. Винишка стоит, все лежит. Не, ну сейчас-то точно нет никакой аномалии. Ну типа нет сейчас никакой аномалии. Я в этом уверена на все 100%. Я думаю, что именно так. Да вы что, издеваетесь что ли? Так, ну хорошо. Сейчас я вижу аномалию. Сейчас она более заметная, чем до этого. Это вот картина. Она изменила свой взгляд. Такого в демке у нас с вами не было. А какие же были аномалии до этого? Если вы их заметили, пишите об этом обязательно в комментарии. Желательно с тайм-кодом, чтобы я потом тыкала и смотрела. А то, что если у вас такая женщина невнимательная. Вот, наконец-то, сдвинулись с мертвой точки. 13-15, 16-19, все нормально. Привет, моя хорошая. Ну тут все у нее как было, так и осталось. Никаких книжек. Вошла она в 16-ю дверь. Картина прекрасная, маслом написанная, никого не беспокоить. Я вот, честно, я вот привыкла смотреть на какие-то такие мелкие предметы, а на самом деле иногда и меняются какие-то крупные предметы. А вот эта аномалия... То, что они немножечко так провалились, как думаете? Что-то как-то я не знаю, я не знаю. 15-я дверь разве здесь была? Наверное, да. Так, а салфеточка была здесь? Слушайте, ну сейчас вряд ли тут есть какая-то аномалия. Я думаю, все хорошо. Я думаю... Сейчас все хорошо. Но если сейчас мы переместимся на 9 этаж, ребят, то это значит, что все-таки была где-то аномалия, и нам нужно понять, где она была. О, нет, вот, видишь, видишь, все, отлично. Женщина вошла. Молодец, моя хорошая. Что, у тебя тут все нормалды, да? Так, 17-я дверь, 18-я, 19-я, don't disturb. Здесь все точно так же. В отражении я ничего не вижу. Никого, ничего.
А разве не три было плафона? Мне кажется, плафонов было больше. Вот этих вот пожарных, одного как будто бы не хватает. Да? Мне кажется, что это аномалия. Я думаю, не хватает одного плафона. Но, скорее всего, я обосралась, и плафонов два. Да, плафона два. Два плафона у тебя. Блин, а может быть, надо подходить к дверям и прислушиваться? Может, здесь какие-то звуковые аномалии? Потому что я, например... Ну, вот сейчас вот смотришь визуально. Все хорошо. Все тихо, спокойно. Да? А, ну вот эта штука жужжит. Это аномалия, наверное, да? Потому что я не помню, чтобы она жужжала. Ну, давайте предположим, что это звуковая аномалия. Она прям очень сильно гудит. Она гудит. Серьезно? Да вы что? Она так и гудела? Ну... А, не, пошла. Я думала... Что-то я не пойму, игра меня за придурка держит или как? Смотрите, вот это сложно заметить. Ничего себе, нарисовали там каракули какие-то, а? Вот видишь, какие-то мелкие штуки я замечаю, ну вот в большинстве случаев, какие-то другие не замечаю. Восьмой этаж. Так, женщина пошла, молодец. Вперед, вперед, вперед. Не, ну тут все нормально. На картине все хорошо. Please do not disturb. Здесь ничего никто не нарисовал. В отражении все шикардосина. Плафонов все это на месте. 13, 15, 16, 19, 8 этаж. Свет, кайф. 15, 14. А вот это щепка. Не, ну вряд ли за щепки. Ножки, ножки. Ножки, по-моему, было 3. Так и осталось. Ну, я склонна быть к тому, что сейчас аномалии нет. Будет обидно, если ножек не 3. Ножек было 3. Ну-ка, дай проверю. Не, все так. Блин, а чё я не замечаю? Я не понимаю. Чё я не замечаю? Я не понимаю. Вот эта картина, она так и была? Или это аномалия? Вот, по-моему, здесь сейчас аномалия с вот этой штукой. Предположим. Не клеится у меня сегодня эта игра, вообще не идет. Да. Вот, надпись здесь... Do not use elevator in case of fire. Ну, ладно, так и написано. Ну, бабка зашла. Бабка молодец. Не понимаю, где я пропускаю одну сратую вот эту вот аномалию? Где тут может быть аномалия, которую я не вижу? Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Это что за прикол? Я таким и не питаюсь. Я таким не питаюсь. Я таким не питаюсь. Спасибо большое. Я не каннибал. Я не из этих. Седьмой этаж. Ну, это пошла. Меня, по-моему, лифтом защемило. Так. Повнимательнее, повнимать. Три ножки, вилка, бухлишка. Здесь никого нету. Экзит как был, так и остался.
Глазочков нет, картины такие же. Все такой же рисунок. Может, рисунок меняется, я не знаю. Да нет, вроде такой же, вот этот вензелечки. Do not use elevator in case of fire. Это так и было. Туалетка на месте. Это все на месте. Картина. Как была, так и осталась. Do not disturb. Все точно так же. Рисунков никаких нету. Не, ну сейчас... Ну, точно здесь не должно быть аномалии. Ну, не должно. Иначе, если она тут есть, то я не понимаю эту игру. А тут можно в настройках чуть-чуть подтянуть настройки? Давайте сделаем яркость. Может, нам не хватает яркости в жизни? Поярче сделаем. Может быть, там что-то в темноте зарыто, а я не вижу. Шестой этаж. Отлично, отлично. Так, ну тут... вот она, книга лежит, значит, сатанинская. Это 100% аномалия, уезжаем. Мы дошли с вами до пятого этажа. Вот это продвижение, вот это вот, наконец-то у нас получилось это сделать. Я просто на Ленчика посмотрю, он там проснулся. Тоже смотрит игрище, да? Ты вон на игрушку на свою смотри. Так. Do not use elevator of case of fire. Emergency, все правильно. Здесь все вроде бы так, как было. 17, картина. Во поле береза стояла. Please don't use this stop. Здесь ничего нету. В отражении. Все прекрасно, все супер классно. Но такое ощущение, что меня где-то пытаются подловить. По-моему, вот она. По-моему, вот эти вот вензелечки... Вот это вот кружочек вот этот, он был сверху, а вот эти вензелечки снизу, нет? Или я уже в загон пошла? Вот, вот, мне кажется, вот так вот было. Видите, вот эти хвостики, они смотрят вниз, а вот здесь они смотрят вверх. Мне кажется, вот он косяк, вот он. Скорее всего, это аномалия, потому что... Но другого я не вижу варианта. Да, я уверена. Уверена, что это аномалия. Офигеть, да, вот заметить вот этот прикол, то, что вот они, видишь, по-разному идут. Да, 100% аномалия, поехали. Эх. Давайте, четвертый этаж. Я надеюсь, это засчиталось, потому что это, если нет, то это тупо. Спасибо. Спасибо. Пошла я нахер. Спасибо. Да. Таких приколов я еще не видела. Я-то думала, я разгадала тайну. А оказывается, нифига подобного. А подождите, а здесь вот кверху идет. Вот как понять? Вот смотрите, ладно, вот это, допустим, вот так вот это не аномалия. А вот здесь сверху, допустим, да, вот эти вот вниз листочки, а здесь листочки наверх. Это аномалия? Ну-ка, дай проверю. По мне это настоящая аномалия. Поменялись обои, кто-то переклеил, пока мы в лифте ехали. Да? Ну-ка, дай-ка проверим. Так, листочки вниз. О, блядь, ты меня напугала, господи. Я что-то это думаю, кто-то на меня бежит. О. Так, подождите, а была какая-то аномалия, но она не связана с вот этим, потому что здесь они вниз, а здесь они вверх. Что за бред? А, ну вот сейчас вижу аномалию, в доме горит свет. Жутковато. Охренеть. А что ж там за аномалия тогда была? Ладно. Я сама начинаю придумывать аномалии, которых нет. Классика. Седьмой этаж. Экзит. У нее все точно так же в 13 номере. Просто не понимаю, что я не это самое, не вижу. Ну вот она сейчас идет, все нормально. Просто иногда она бывает стоит. Do not use elevator in case of fire. Emergency. Здесь все хорошо.
Два этих, туалеточка, полотешки, книжки нету. Каутион, 16. Дом не горит, 18. Слушайте, ну сейчас как будто бы аномалии нет. Сейчас, я думаю, все хорошо. Либо я дура. Спасибо, дура. Давай, на шестой этаж, не на девятый. Шестой, 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 шестой. Я не понимаю. Чего я не замечаю? Четыре полотенца. Два доместоса, четыре туалетки, два беленьких, пшикалка, бидончик, каутион, 16, 17, 18, 19, do not, please do not disturb. Домик. Здесь ничего не нарисовали. На огнетушителе. Блин, ну если там на огнетушителе меняются какие-нибудь буковки, ну извините меня, это тоже кринж. Флор 9, 16, 19, 13, 15, 14, 15, 13. Ну, сейчас-то нету аномалии. А, вот она. Нихера себе вазу жмыхнула. Кстати, ей так больше идет. Так хотя бы корень не торчит. Ну, вот такие вот аномалии, да, вот это вот мы умеем замечать. А какие-то такие другие, что-то как-то у меня не шибко получается. Не шибко, восьмой этаж. Так, ну бабка пошла. Отлично, 14. Пар пушерты. Fire, break glass. Exit. Exit. Не, ну сейчас нет аномалии. Ну, правда, нет аномалии сейчас. Сейчас все хорошо. Да? Don't use elevator emergency. Все. Здесь все нормусь. Нету никакой аномалии. Вот. Так, тетя, туалеточка. Четыре полотенца. 16, 17, ничего не сы... Картина, может, стала больше? Нет? Please do not disturb. 19, 18. Здесь ничего нету. Тут все pull and quizzes. Пис-пис, все здесь хорошо. Exit как был, так и остался. 13, 15. 14, 15. 13. Все тут нормально. Exit, exit. Ой! Так, я, пожалуй, пойду. Мне не нравится, что упала картина. Это аномалия. Так не должно было быть. Она упала. О, наконец-то, шестой этаж. Тетя пошла, да? Молодец, тетя, молодец. Так, ну что там у нас? 4, 4, 4, 2, 2, 2. Все здесь нормально. Так, еще 17, 16, 18. Please do not disturb. А disturb так пишется? Ну-ка, подожди. Мне кажется, вот она, аномалия наша спряталась. А, disturb, нет, все правильно. Ну, пока все так же. Так, do not use elevator in case of fire emergency. Все так, как надо. 15, 14. Этих штучки 2. Exit написано. Exit написано. Здесь ничего не вижу, никого не слышу. К картинам подхожу, никто из них не падает. Да? Ну, как будто бы все хорошо. Hide wall tech, keep out danger. Слушайте, я склоняюсь к тому, что аномалии здесь никакой нету. Если она есть, то пошла она в жопу. Мы считаем, здесь аномалии нету. Давайте пятый этаж. Есть! Моя хорошая, привет. Четыре полотенца, два доместоса, шесть. Так, здесь все по-нормально. Каутион. Что дальше-то? Здесь ничего не горит. Please do not disturb.
Рисовашки ничего нету. Пулаем сквас, ага. Здесь все тип-то. Ага. А может, надо вот так делать? Не. Я в этой стороне все ровно. Так, 16, 15. 15-я дверь здесь. 14-я дверь здесь. Здесь есть все. Ой. Господи. Ты что там делаешь? Так, понятно. Понятно. Мы встретили аномалию. Мужик вверх ногами висит. Граф Дракула нас почтил своим визитом. Да, здравствуйте. Не хотели мы ваш четвертый этаж. Я напомню, что цель игры дойти до конца. Так, do not use elevator in case of fire. Emergency. Три человека перечеркнутые. 2-2-2-2. Все здесь хорошо. 17. Она не закрыла дверь. Она не закрыла дверь. Это аномалия. Она думала, я настолько дура, что я не замечу, что она не закрыла дверь. До этого она дверь закрывала. Третий этаж. Ура. Подожди. Разве она не ниже? А, не, она так и была. Так, ну хорошо. Все. Сейчас дверь она закрыла. 16, 17, 18. Please do not disturb. 19. Ничего не нарисовали. Слушай, ну... Будет обидно, если здесь сейчас есть какая-то аномалия. Вот. Потому что мы с вами близки. Как никогда. А вот эта дверь... Она закрыта или она открыта? Просто... Смотрите, какая тема. Мне кажется, она была закрыта, а сейчас она открыта. И это как будто бы аномалия. Вот как думаете? Аномалия это или... Или так и было? А давайте мы сделаем вот так. Не, наверное, все-таки не аномалия. Хотя... Непонятно. Но предположим, что аномалии нет. Но будет обидно, если это аномалия. Блин, три подряд аномалий, ну это как-то too much. Сейчас 9-й этаж. Да нет. Другая какая-то была аномалия. Ой, все. Я не понимаю, а что? Какую аномалию я не заметила на третьем этаже? Капец, я предлагаю нам это с вами выяснить. Пишите об этом обязательно в комментарии с тайм-кодами, где я пропустила аномалию, потому что, ну, я что-то реально не поняла. Может быть, тень как-то тут по-другому падала. Я уже не знаю. С обоями вообще там обои своей собственной жизнью живут. Короче, я ничего не понимаю. Поэтому жду от вас разъяснений. Не забывайте подписываться на каналчик, поддерживать лайком. Если вам понравится, то мы поиграем с вами и в следующей серии. Так что спасибо, что были со мной. Всем пока и до новых встреч.